Пинске начался отбор самых красивых пинчанок. В этом году пройдет традиционный городской конкурс красоты «Прыгажуня Полесья» для девушек до 22 лет и впервые «Миссис Полесья». К участию в нем допускали красавиц в возрасте от 27 до 32 лет. Наличие обручального кольца и детей только приветствовалось. Строгих требований по поводу внешности жюри не предъявляло. Критерии оценки. Самая яркая личность в этом году. В этом году мы делаем упор такой. Особенности этих двух конкурсов в этом году будет являться то, что мы сделаем упор больше на шоу. Мы больше сделаем упор на картинку. Сделаем больше упор на яркость этого проекта. Красивые события года запланированы на две даты. Финал «Миссис Полесья» состоится 20 ноября. «Прыгажуню Полесья» выберут 3 декабря. Во время подготовки участниц ждет не только отработка дефиле, но и знакомство с миром бьюти-индустрии, искусства и другого. Они будут пробовать себя в хореографии, будут обучаться и в вокальной студии. Они будут проходить мастер-классы вот и в галерее красоты. Будут проходить обучение, какие-то лайфхаки даст наш партнер и один из членов жюри Алексей Ярошук у себя вот в адреналине. Наш фотограф, который с нами работает в этом году, Артем Диковицкий, также будет проводить мастер-классы. Первый отборочный тур завершился со следующим результатом. На конкурс красоты «Прыгажуня Полесья» отобрали 19 девушек. На конкурс «Миссис Полесья» – 8. Второй отборочный тур состоится в воскресенье 10 октября. Начало 18:00. Место проведения кастинга – городской дом культуры.